Чао, рагатцы! Сегодня поговорим про два выражения, которые очень близки по звучанию, но тем не менее разные в использовании. Это «alla fine» – «в конце» и «finalmente» – «наконец-то». Как мы можем их использовать? Например, «Ieri sono stata a una festa, ho ballato, ho mangiato, ho parlato con le mie amiche e poi alla fine sono andata via». «Вчера я побывала на вечеринке». Я потанцевала, поела, поговорила с моими подругами, и потом в конце я пошла домой. Или «È stata una serata noiosissima. Finalmente posso andare via». Это была очень скучная вечеринка, но наконец-то я могу пойти домой. Не путайте эти выражения. «Alla fine» – «в конце» и «finalmente» – «наконец-то». Всем успехов! Пока-пока!